Результаты работы учреждений культуры в условиях пандемии и вопросы сохранения культурного наследия обсудили на заседании Комитета Законодательной Думы Хабаровского края. На следующий год в регионе запланирован ремонт нескольких крупных объектов культуры. Многие из них являются памятниками истории и архитектуры, поэтому требуют особого внимания. С подробностями Татьяна Репина. Пандемия внесла серьезные коррективы в работу учреждений культуры. Сегодня представители профильного министерства отчитываются перед депутатами. Значительная часть мероприятий в последние два года проходила в онлайн-формате. При этом музеи, библиотеки, театры реализовали множество интересных проектов и не потеряли свою аудиторию. Смещены акценты в сторону онлайн-проектов, участие в грантах, конкурсах и фестивалях. Показатель обращения к цифровым ресурсам культуры превысил плановый почти в 4 раза. Выиграно несколько грантов и плюс еще федеральные проекты. И это только Градековский музей. Мы еще возьмем с вами сейчас Дальневосточную государственную научную библиотеку, сколько грантов они выиграли, что они делают. Музыкальный театр, филармонии и другие. Однако доходы от выставочной и концертной деятельности сократились почти на 24%. Чтобы компенсировать потери и расходы на карантинные мероприятия, из краевого бюджета учреждениям культуры выделили дополнительные 210 миллионов рублей. Депутаты считают, что объектам культуры требуются и другие виды поддержки. В Сикачи-Аляне, посмотрите, какое огромное здание в плачевном состоянии. Вот туда бы средства уделить. И вот выделить на проектно-сметную документацию. Сильно высокая документация проектно-сметная. И не могут поселения ее осилить. И районы. В 2021 году в Хабаровском крае идет ремонт сразу в нескольких крупных учреждениях культуры. В ТЮЗе закончили модернизацию зрительного зала. В музее имени Градекова провели обследование двух корпусов. Скоро там начнут ремонтировать кровлю. Ждет ремонта и Дальневосточный художественный. Работы обойдутся в 60 миллионов рублей. Все эти здания имеют статус памятников федерального значения, поэтому к ним особое внимание. Наибольшую тревогу вызывают памятники архитектуры, которые относятся к жилому фонду. Дом на 153 по улице Волочаевской, который сегодня зашли арендатор и рушит и фасад, и делает внутреннюю перепланировку. Как вы контролируете тогда вот эти вот все работы? Предписания, иски, протоколы. Всего же в Хабаровском крае почти 1500 объектов культурного наследия разного уровня. Еще 885 выявлены, но не вошли в реестр. По инициативе депутатов Законодательной думы продолжается работа и по формированию краевого реестра объектов нематериального культурного наследия. Это язык, культура и традиции коренных народов. Татьяна Репина, Иван Юров, телеканал «Губерния».